Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если с трансляцией какие-то проблемы, напишите, пожалуйста, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, то поставьте плюсик. Это будет означать, что у нас с вами хорошая обратная связь. И как только будет понятно, что все нормально, мы начнем наш обзор. Так, вижу, что все хорошо. Начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, что у нас выходило вчера, сегодня. Ну и, как всегда, по вторникам посмотрим, что у нас выходило будет на текущей неделе. Посмотрим важные достаточно события текущей недели. Итак, вчера у нас с вами 18.15 должно быть выступление главы Национального банка Швейцарии господина Джордана. Он выступил в защиту текущей кредитно-денежной политики своего банка. При этом он заявил, что те отрицательные процентные ставки, которые сейчас есть в Банке Швейцарии, замедляют рост швейцарского франка, что негативно сказывается на экономике Швейцарии, очень зависимой от экспорта. То есть им очень невыгоден сильный швейцарский франк. И это как раз вот способствует как раз эти самые отрицательные ставки. Далее идет его прямая речь, сказано, что если бы центральный банк не вводил отрицательные ставки, то франк укрепился бы еще сильнее, экономический рост бы замедлился, инфляция оказалась бы еще ниже, а безработица бы еще более возросла, сказал Джордан. Но справедливости ради нужно сказать, что у них безработица на очень низких уровнях, конечно же, там. По моему мнению, с безработицей все в порядке, но это оценка господина Джордана, он все-таки глава Национального банка Швейцарии. А это, надо вам сказать, не баран чихнул, конечно же. Главной задачей такой кредитно-денежной политики являлось ослабление спроса на франк, который по-прежнему торгуется существенно выше среднеисторического уровня против других основных валют. Центральный банк также производил интервенции на валютных рынках, чтобы предотвратить усиление франка во время глобальных потрясений, в том числе и в июне после Brexit. Ну и нужно сказать, у меня есть сильное подозрение, что прямо вот в текущий момент банк как раз тоже занимается вот этими самыми интервенциями, но это чуть позже мы с вами, когда будем смотреть уже то, что сейчас происходит на евро и на швейцарском франке. Далее идут опять же слова господина Джордана, его прямая речь. Швейцарский франк все еще существенно переоценен, и это представляет собой существенную проблему для многих секторов нашей экономики, сказал Джордан. Тем не менее, экономике удалось перенести некоторые негативные последствия усиления франка и падения потребительских цен. Внутренний валовый продукт страны во втором квартале вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а положительный сальдо торгового баланса осталось довольно высоким. Это говорит о том, что, в принципе, Швейцария и швейцарская экономика как-то пытаются приспособиться к такому крепкому швейцарскому франку и показывают достаточно устойчивое положение. То есть это не поколебало, не столкнуло еще глубже в дефляцию те процессы, которые происходят. Ну, экономика, в общем-то, худо-бедно, надо сказать, но работает и даже подает какие-то признаки оживления. Это, конечно же, позитивный фактор. Далее, в 21.30 должно было быть выступление главы Банка Канады Стивена Полоза. Я ничего не нашел по поводу Стивена Полоза. Правда, там ночью по канадцу, опять же, тоже были движения практически за час там, до закрытия торгов, причем сильные движения. Но вчера было выступление... Ну, это, правильно сказать, не выступление, а некое такое заявление Банка Канады. И вот банк заявил, что планирует придерживаться целевого уровня инфляции в 2% на протяжении ближайших 5 лет. То есть уже цифры обозначены, 5 лет, инфляция 2%. Регулятор сделал это заявление вчера совместно с федеральным правительством. Поэтому я думаю, вот то, что здесь написано, что Стивен Полос, это как раз, наверное, имелось вот это вот заявление банка. А в Центральном банке также сказали, что по-прежнему будут использовать индекс потребительских цен в качестве индикатора инфляции.
Так, банк инфляции 2%, чтобы снизить волатильность потребительских цен и облегчить планирование расходов для домохозяйств и компаний. Между Центральным банком и Федеральным правительством существует соглашение о контроле над инфляцией, которое пересматривается каждые 5 лет. И вот эта договоренность, в общем-то, достигнута. Тем временем в мире обсуждается целесообразность введения более высоких целевых уровней инфляции, которые бы предоставили центральным банкам большее пространство для маневров в случае ухудшения экономических ситуаций. То есть допускают превышение этого целевого уровня. Ну а здесь уже решение принято. Должно было состояться вчера выступление Эванса, Джерома Пауэлла, но эти выступления были сегодня. Вчера у нас выступал один из представителей Федеральной резервной системы. Это было в понедельник, Чарльз Эванс. Если я не ошибаюсь, да, вчера все-таки было его выступление. И вот в Прайме пишут, что президент Банка Чикаго, Федерального банка Чарльз Эванс ожидает, что до конца 2017 года ФРС повысит ставки трижды. Это в течение следующего года. Также он сказал, что Центральному банку следует рассмотреть возможность превышения целевого уровня инфляции, а темп повышения ставок должен зависеть от темпа инфляции. Эванс известен как сторонник мягкой кредитно-денежной политики. В этом году он не имеет права голоса Комитета открытого рынка. Комитет удерживает ставки, мы с вами знаем, на низких уровнях. Трое не согласны были с тем, чтобы оставить на ставки на прежнем уровне. Мы даже фамилии с вами знаем, сейчас не будем перечислять, кто это. В этом году еще два заседания. Одно на следующей неделе, 1-2 ноября, ну и следующее 13-14 декабря у нас с вами. Рынки ожидают, что до конца года ставки будут повышены на 0,25 пункта, хотя ранее речь шла о 12,5 пунктах. При этом Эванс не сказал, следует ли Центральному банку повышать ставки до конца 2016 года. То есть он сторонник трижды поднимать ставки в 2017 году, но в этом году он считает, что ставки повышать вообще не стоит. Это его мнение на рынок. И что у нас еще есть? Уильямс у нас тоже еще выступал. Банка Сан-Франциско, президент, он заявил, что декабрьское заседание может быть идеальным временем для повышения текущих ставок. Он по-прежнему ожидает одно повышение ставок в этом году. По его словам, оно, вероятно, произойдет на одном из двух оставшихся заседаний, как четко выразился. Да? Я четко знаю, что на одном из двух произойдет. Но, по-моему, это даже не обсуждается. Это произойдет в 2016 году. Далее, правда, он говорит, что, тем не менее, будет лучше немного подождать, прежде чем повышать диапазон ставок, который на данный момент очень низкий. То есть, в принципе, то есть он делает намеки почти прямые, что в ноябре не стоит этого ожидать. Скорее всего, это будет на декабрьском заседании. Далее, по его мнению, лучше подождать, прежде чем повышать ставки. Причиной этому является то, что президент ФРС Джанет Йеллен будет проводить конференцию после заседания в декабре, а не после ноябрьского заседания. И далее идет его прямая речь. Он говорит, мы всегда можем принять меры на любом заседании, но я считаю, что у заседания, которого предусмотрены пресс-конференции, есть некоторые преимущества. Вот он таким образом как дает понять, что в ноябре, на следующей неделе практически, шансы равны нулю, что Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки. Это было вчера. Сегодня в 11:00 по Германии вышли данные. Целая обойма индикаторов – это оценка текущей ситуации по данным IFO. Показатель вырос, хотя и до этого был достаточно высокий. Вышел лучше, чем ждали по прогнозу. 115 ровно – это очень хороший показатель. Деловой оптимизм по данным IFO –
тоже лучше, чем ждали по прогнозу. 109,5 он был, думали, останется без изменений. Он до 110,5 вырос. Экономические ожидания по данным IFO тоже выросли и оказались лучше прогнозных значений. Евро на этих данных укреплялся, но затем, как практически вся корзина валют, начал сдавать свои позиции. Ну а то, что в текущий момент происходит по европейской валюте и, если я не ошибаюсь, по швейцарскому франку, это отчасти связано с парой евро-франк, которую мы с вами сегодня тоже посмотрим. Из того, что будет еще сегодня, в 16.00 у нас уровень доверия потребителей, 104 предыдущие значения, ожидая снижения до 101. Это отрицательная динамика, но при этом показатель будет, извините, пожалуйста, на позитивной территории, это выше 100. Деловая активность в производственном секторе по резервному банку Ричмонда ожидается отрицательная. До этого активность снижалась на 8 единиц, теперь снижение ожидают на 5. Посмотрим, каково будет фактическое значение. Ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни, если это действительно так, это может привести к повышенной волатильности на британском фунте, поэтому кто торгует фунт, пожалуйста, будьте внимательны, в 17.30 ожидается. Не знаю, будет ли это выступление реально, поскольку вот многие вещи, которые есть в календаре, уже можно легко подвергать сомнению, поскольку далеко не все является так, как это пишут в нашем календарике. В 18.30 выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, тоже очень важная вещь, тем более, что сейчас уже идет сильные движения по евро, пусть это и связано с парой евро-франк, но тем не менее там тоже задействована европейская валюта. Вечером сегодня отчет Американского института нефти по запасам. До этого было снижение в 3,8 миллиона баррелей. Посмотрим, что будет в этот раз. Но это данные только института нефти, а вот в среду у нас будут уже данные по Министерству энергетики. Но пойдем по порядочку. Итак, завтра у нас с вами инфляция в Австралии, потребительские цены и индекс базовой инфляции методом усеченного среднего по данным Резервного банка Австралии. Посмотрим, каковы будут данные. По месяцу и по году ожидается рост. Внимательно следить сейчас за инфляцией Резервный банк Австралии и регулятору, конечно же, очень важно, каковы будут эти данные для принятия дальнейших решений по тому, как проводить свою дальнейшую кредитно-денежную политику, что делать с процентными ставками, оставлять на прежнем уровне или же немножечко простимулировать экономику, понизив процентные ставки. Так, что у нас еще будет? Изменение запасов нефти, нефтепродуктов. Предыдущее значение снижение на 5,2 миллиона баррелей. Это уже по данным Министерства энергетики. Посмотрим, что будет по факту. В четверг у нас с вами ВВП по Великобритании в 11.30. Это важный показатель. Ну и в 15.30 это заказы на товары длительного пользования по Соединенным Штатам. Это те самые товары, которыми пользуются более 3 лет. Это серьезные покупки. В пятницу инфляция по Японии, это в преддверии решения Банка Японии на следующей неделе, 31 октября и 1 ноября будет заседание. Вот 1 ноября мы с вами узнаем, каковы будут действия японского регулятора. Рынок труда здесь же тоже у нас с вами одновременно с этим будет, и расходы домохозяйств. Так, по Европе данные. Ну и в 15.30 один из ключевых моментов текущей недели – это годовые данные по внутреннему валовому продукту в Соединенных Штатах. Посмотрим, каков будет рост, будет ли он совпадать с прогнозным значением или окажется хуже. Ну и посмотрим, какова будет динамика. Это основной показатель текущего состояния экономики. И вот, исходя из этих данных, будет понятно, насколько решительно Федеральная резервная система будет вступать в цикл повышения своих процентных ставок.
Вот примерно такой у нас с вами новостной фон на этой неделе. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, то поставьте «плюс». Это будет означать, что все ясно, все понятно, и мы посмотрим с вами, как ситуация развивается с технической точки зрения. Так, похоже, вопросов нет. Ну что ж, давайте тогда открываем программу MetaTrader и смотрим, что нам говорит технический анализ. Итак, нефть марки Brent остается в восходящем тренде. Вчера была достаточно серьезная волатильность, цены торговались разнонаправленно. Это связано и с заявлениями ОПЕК. Сегодня будут данные по запасам, посмотрим, как нефтяные котировки отреагируют. Но в целом можно сказать, вот если посмотреть на внутридневную торговлю, как идет торговля внутри дня, да, то сейчас такая достаточно, при том, что неровно идут торги, но в целом рынок более-менее стабилизировался, но в целом он остается в восходящем тренде у нас, поскольку средненедельные цены выше среднемесячных цен. Это вот две скользящие средние, синяя и красная. Аналогичная картиночка на нефти WTI, но здесь у нас немножко не очень симпатичный график, поскольку это фьючерсный. У нас, к сожалению, тот формат графика уже, увы, не поддерживается. Так, это был рынок нефти. Здесь тоже у нас остается восходящий тренд. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Вот он растет буквально прямо в последний час. До этого достаточно ровненько торговался в течение двух дней. Ну и вот, получив поддержку, в текущий момент идет укрепление американского доллара. Все больше отрывается он от своего среднемесячного значения, но бесконечно это, конечно же, продолжаться не может. В какой-то момент обязательно произойдет разворот, и должно будет произойти неизбежное. У нас встретится сам индекс и его линия баланса, средневзвешенное состояние. То есть надолго индекс не отрывается, да, это можно посмотреть по истории, он рано или поздно всегда приходит к своему равновесию, поэтому даже если будет какой-то рост, хотя бы на какое-то время цены развернутся и встретятся со своей линией баланса. Итак, уровень равновесия на данный момент 97.38, а индекс потихонечку превышает отметку 99. На текущий момент это уже 99.02. Итак, это был индекс американского доллара. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют. Итак, евро-доллар. Что мы здесь с вами наблюдаем? Тренд, нисходящий в фазе импульса, это по трендовой торговой системе консервативной. Теперь смотрим, что у нас с гистограммой со знаком минус, 2 нолика, 10.30. А здесь 3 нолика 99, а значит гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки по трендовой торговой системе. Сегодня день не торговый, находимся вне рынка. Если же брать диапазонную, то у нас все еще нет сигналов в покупку, поэтому диапазон пока что тоже не отторговывается. У нас есть диверочек, достаточно характерный, он на обоих индикаторах, и на моментуме, и на осме. Ну и плюс еще у нас и стохастик тоже подтверждает это. Здесь тоже есть диверочек. И, возможно, если все три индикатора показывают диверочек, разворот может быть достаточно, давайте скажем так, актуальным. Итак, евро-доллар сегодня вне рынка, но держим руку на пульсе. Ждем, когда одна из торговых систем позволит нам совершать сделки. Среднесрочная торговая система пока что этого не позволяет. Итак, это был евро-доллар. Теперь смотрим на британский фунт, тот самый, который стерлингов. Вот укрепление американского доллара. Снижается британский фунт, который до этого тоже достаточно стабильненько торговался. Посмотрите, да? Два дня
достаточно ровные движения. Теперь смотрим, что у нас на текущий момент. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы в противоречии, а это значит, по британскому фунту самое оптимальное сейчас находиться вне рынка и сделок не совершать. Теперь смотрим австралийский доллар. Вот он наименее подвержен движениям по отношению к американскому доллару. Можно сказать, что, пожалуй, промышленные валюты больше движутся у нас, сырьевые меньше реагируют. Так, по австралийцу картинка следующая. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Индикаторы в прямом противоречии. Здесь быки, здесь медведи. Они взаимно друг друга поглощают. Нам остается только констатировать факт, что увы и ах, но по австралийцу ситуация не торговая. Пока что находимся вне рынка, ждем данных по Австралии. Возможно, они изменят текущую картиночку. Закончили смотреть троечку обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых и начинаем с пары доллар-японская иена. На глазах дешевеет японская иена, укрепляется американский доллар. В последние два часа это происходит. Смотрим, что здесь. Тренд восходящий в фазе импульса, тренд пока что еще нисходящий. Ну и тот боковичок, который мы с вами говорили, вот он здесь у нас на 4 часах отрисован, да? Вот цены делают попытку его прорвать, и прорыв достаточно неплохой, нужно сказать. Поэтому мы этот боковичок с вами удаляем. Но на сегодняшний день пока что мы находимся вне рынка. Завтра можно будет говорить уже о открытии позиции. И уровень, о котором мы говорили с вами, 105, он уже практически достигнут теперь японской валютой. Ну а о торговле будем говорить уже подробнее завтра. Швейцар – это тот самый, который швейцарский франк. Вот он уже впрямую сидит на паритете. То, о чем мы с вами говорили, паритет достигнут. Движение в последние несколько часов, и это вот давайте я вам покажу евро-франк. То есть вот пошли движения по паре евро-франк, и у меня есть подозрение, что в данном случае это активное действие Национального банка Швейцарии. То есть по паре евро-франк проводится интервенция, может быть, они даже вербальные, но скорее всего натуральные, стерильные идут какие-то атаки Банка Швейцарии. Но это только мое предположение, нигде пока что подтверждения этому нет, но судя по характеру, вот мне все-таки кажется, что да, это, наверное, именно так. Теперь смотрим чистый франк, и здесь мы говорим о том, что целевой уровень достигнут, ну а картинка у нас с вами следующая. Тренд восходящий в фазе импульса, здесь у нас с вами фаза отката. Увы и ах. 3.0.30, 3.0.21, гистограмма падает. Диапазонная торговая система сигналов продажи не дает, поэтому и по трендовой, и по диапазонной пока что находимся вне рынка. Но, давайте покажу вам недельные графики. Вот посмотрите, вот эта самая линия паритета. Чтобы вам было хорошо видно, мы его отрисуем синей линией. И тогда будет понятно. Вот она, линия паритета, синим, да, отрисована. Вы посмотрите, пожалуйста. От паритета очень и очень мощно всегда отталкивался и отлетал швейцарский франк. И вот сейчас он в очередной раз подошел к паритету. Здесь вот посмотрите, только чуть-чуть удалось преодолеть, и потом резкое движение вниз. Но это как раз вот когда была отмена Национальным банком Швейцарии по паре евро-франк. Здесь он опять практически восстановился и опять до уровня паритета, потом опять ушел вниз. Здесь на какой-то непродолжительное время поднимался к тем вот максимумам. Вроде бы удалось преодолеть паритет, но потом
мы с вами наблюдали вот этот нисходящий тренд. Сейчас некое такое движение под паритетом, и каждый раз, когда он к нему подходил, франк все-таки двигался вниз. Вот посмотрим, как будет ситуация развиваться в текущий момент времени. Мы с вами описали то, что на сегодняшний день у нас с вами ситуация не торговая. Посмотрим, к чему приведут интервенции, смогут ли они воздействовать на пару доллар-швейцарский франк, поднимется ли франк выше паритета. Это был швейцарец, теперь смотрим, что у нас по Канаде. Вот то, о чем я вчера говорил, да, вот вчерашнего, за час до закрытия достаточно сильные движения были по канадцу, потом все вернулось, было укрепление мощное, разворот. То есть, возможно, все-таки Стивен Полс, мне кажется, где-то что-то и говорил, но, наверное, тогда это прошло как-то мимо прайма. Вот в прайме я ничего не нашел, а вещи-то достаточно важные, поскольку движения достаточно приличные, нужно сказать, были. Потом достаточно спокойно торговался канадец, ну и на текущий момент у нас картиночка следующая. Тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор ОСМА. Диверочков никаких нет, направление сделки известно, объем сделки стандартный. Смотрим внутреннюю структуру. Вот посмотрите, как у нас сигналы формируются, то отменяются. Это потому, что вот такие сильные колебания были. Поэтому, наверное, лучше подождать нормального полноценного сигнала, а на часах у нас сейчас консолидации нет. Вот это никак нельзя назвать консолидацией. Поэтому в текущий момент входить, конечно, по канадцу, это было бы совершенно... нарушив все правила этой консервативной торговой системы. То есть входить в рынок, когда на рынке шторм, а сейчас его реально штормит. Посмотрите, вот четко совершенно видно, что очень нервно торгуется валюта, поэтому лучше подождать, всех долларов не заработаешь, всех пипсов не перепипсуешь. Поэтому давайте лучше подождем, несмотря на то, что сейчас торговый день, по внутренней структуре хорошо видно, что ситуация очень далека от не то что идеальный, а вот хотя бы более-менее приемлемый. То есть совершенно не оптимальные условия для входа в рынок. Последний финансовый инструмент – это золото. Фильтры смотрят вверх, это значит, можно говорить только о покупках. Смотрим внутреннюю структуру. Ну что мы здесь с вами наблюдаем? Цены прорвали вот этот боковичок, который мы с вами отрисовали, и ушли в другой затяжной боковик. Поэтому что здесь можно сделать? Вот чуть ли не таким вот образом поступить. То есть у нас новый боковик примерно такого же размера отрисовался. Ну что ж, посмотрим, насколько цены долго будут находиться в этом боковике. Индикатор практически, опять же, в нейтральной зоне 52. Он не тяготеет ни вверх, ни вниз. То есть пока что говорит о достаточно нейтральном состоянии рынка. Вполне возможно, что золото будет активно реагировать только в том случае, если Федеральная резервная система будет принимать решение по процентным ставкам. А до этого, возможно, будет какое-то боковое движение. Но, с другой стороны, в любой момент конъюнктура может измениться. Какая-то новая входящая информация, непредвиденная, может всколыхнуть рынки. И, соответственно, мы с вами тоже увидим какие-то достаточно серьезные движения. Во всяком случае, вот то, что сейчас мы с вами наблюдаем, по франку, по канадцу, да, какие-то такие нервные очень движения. И нужно сказать, что рынок, видимо, не очень спокоен. Он внутренне взбудоражен достаточно сильно. Вполне возможно, достаточно какого-то небольшого толчка, движения, и все рынки могут прийти в достаточно сильные движения. Вот примерно такая картинка на текущий момент. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, лучше написать сначала коротенькое слово «есть», хотя время у нас уже заканчивается нашего обзора. Ну, я вижу ваши плюсы, это означает, что все ясно, все понятно, вопросов нет, поэтому давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание, с вами был Эдуард Сунгатуллин, до свидания, всего вам доброго, я желаю вам удачи, будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Удачи всем!